Кончался май. В Якутии он обычно пасмурный, холодный. Но этой весной стал он, несмотря на непогоду, особенно праздничным. Наш корреспондент снял депутатов Верховного Совета Якутии, когда они шли на свое внеочередное заседание, чтобы обсудить проект Конституции своей республики. А специальная комиссия, руководимая Гавриилом Иосифовичем Черяевым, членом ЦК, первым секретарем областного комитета партии, завершала последнюю редакционную работу. В этих лаконичных строчках изложены и историческая судьба, и достижения, и огромные перспективы самого большого по территории, самого богатого природными ресурсами автономного края. Края, который еще сравнительно недавно считался бесперспективным для промышленного освоения. Октябрь принес невиданное преобразование на эту землю, избранника народа. О судьбе родной земли, родины, размышляет в редкие покойные минуты и Маша Илларионова. Сколько якуток в прежние времена только и делали, что рожали детей, одевали, обували, кормили свои многочисленные семьи. Лишь избранные, шамане, якобы обладали колдовским даром, предвидели. Маша не колдунья, она зоотехник. Зато обладает большими знаниями, как накормить скот, сделать для него зимовку сытой, чтобы накормить и жителей Якутска. Ведь совхоз, где она работает, поставляет столичным жителям и мясо, и молоко. Леонид Ильич Брежнев в своей поездке по Сибири и Дальнему Востоку дал много ценных указаний, как быть с хлебом, мясом, молоком, овощами. Его рекомендации стали ориентиром хозяйственной деятельности всех крестьян республики. Нет, мы не скрываем. Сложно, очень сложно. Если и лето хлипкое, если и осень ранняя, промозглая, холодная, но ведь есть же резервы. Вот мы и вернулись к тем замечательным дням, когда трое наших героев, трое представителей и разных национальностей, якут, чукча, русский, и разных социальных слоев одной республики, рабочий, крестьянка, интеллигент, приняли как государственные деятели основной закон Якутской автономной Советской Социалистической Республики.